У нас нет времени. Вот и ты, наконец-то. Куда все подевались? Их позвали на пир. Откуда ты знаешь? Я видела, как прибыл посланец от Детмальда. Что за пир? Кажется, Детмальд поймал главаря какого-то заговора, и по этому поводу... Чтоб его сифилис. Где этот пир? В лагерной столовой. Но сейчас там пусто. Все ушли на Верген. Бегом. Вот и ты, наконец-то. Я всех перебью. Я заставлю их страдать. Они будут умирать долго и мучительно. Ah!
Перебью ублюдков всех до единого. Бьянка, ты в порядке? Да. Что тут произошло? Детмальд позвал всех на пир. Сказал, что король благодарен нам за помощь в раскрытии заговора, что припас для нас печеного поросенка и две бочки вина. Он сказал, что Вернон вернулся с особого задания в Каэдвене и что король собирается его наградить. Сказал, что я должна при этом присутствовать. Ребята пошли пировать, а я в королевский шатер. Вернона у короля не было. Детмальд скакал, как обезьяна, и кричал, что всех повесят, и это будет кара за Флодзом и за заговор. Что они с тобой сделали? Я их умоляла, на коленях ползала. А они посмеялись надо мной и отпустили. Ваше Величество, прошу вас, отмените приказ. Это простые солдаты. Они выполняли приказы и не заслуживают смерти. Прошу, государь, будь милосердным. Это люди чести, они заслужили лучшей судьбы. А где была ваша честь, когда... Детмальд, оставь нас. Ваше Величество? Что шлюха может знать о чести? Ты маленькая глупая сучка, и я буду относиться к тебе соответственно. Если ты хочешь увидеть кого-нибудь из них живым, будь послушной. Не ходите туда, прошу вас. Роше, Детмальд только и ждет, чтобы ты начал мстить. Скоро дождется. Ты что, не понимаешь? Ребят повесили, чтобы тебя спровоцировать. Тебя здесь не было, а они шли на битву. Они не знали, когда ты вернешься. Вам нельзя туда идти. Мы не пойдем. Пойдем. И убьем каждого каэдвенца, который встанет у нас на пути. Это самоубийство. Насрать. Все, что я любил, умерло в этом шатре. Моя страна распадается на части. Моих друзей убили. Я хочу крови. Я тоже. Ты не представляешь, как я хочу крови. Я до сих пор чувствую смрад этой туши. Но я выдержу, потому что иначе они победят. Если ты бросишься в одиночку на целую армию, ты умрешь. Только ты. Бьянка права. Остынь, Роше. Что вы предлагаете? Мы попробуем добраться до Вергена через ущелье. Я знаю тайный ход в город. Мы воспользуемся суматохой. Найдем Шиалу и достанем убийцу короля. А при случае убьем столько каэдвенцев, сколько получится. Бьянка, ты справишься? Бьянка останется. Я не хочу больше ею рисковать. Кроме того, кто-то должен добраться до Персифаля и отвезти корабль в безопасное место, откуда мы сможем уплыть. На корабле остались двое вахтенных. Мы будем ждать вас в затоне реки за лагерем. Нам придется идти ущельями. Суки, суки, суки. Бьянка лжет. Что? Я за нее головой ручаюсь. Я не верю, что она сумела сбежать от Детмальда. На что ты намекаешь? Ни на что. Сначала я убью Хенсельта, а потом Детмальда. А может, наоборот? Как ты посоветуешь? Я посоветую тебе заткнуться и смотреть на дорогу. О приятном будешь думать потом.
время не ждет! Что это за скотина? Это тролль. Осторожно. Одним ударом лапы он перешибает шею корове. Я не корова. Кто вы такие? Чего надо? Мы идем своей дорогой. Восьмак убивает тролля. Пришел меня убить! Легко тролля убить? Трудно. Убирайся, старый вернется и разорвет. Успокойся, глупая баба. Мы идем в Верген. Иди куда хочешь, только не сюда. Здесь мое логово. Ходят тут, ходят, мешают. Кто ходит? Люди. Геральт, может, облегчим муки этого чудовища? Подожди. Кто тебя беспокоил? Попробуй вспомнить. Восьмак. Другой. Лысый. Шастал тут. Большой. Ты разговаривала с ним? Я хотела, а он мне в морду. Старого позвала на помощь. Восьмак вынул меч. Кровь течет. Старый лежит. Раненый. Восьмак говорит, в Локмен спешит. А кто еще туда проходил? Баба из тумана вылезла. Воняла! А как она выглядела? Как людская баба. А конкретней? Башка странная такая, как большое яйцо по бокам. Шала. Говорила Верген, больше ничего. Ты уверена, что в Локмуине? Локмен, говорю же! Счастье наше, говорит, в Локмен спешит. Иначе отрезал бы старому... Ты уже говорила. Спасибо за милую беседу. Видишь, она не кусается. Спать пойду, уходите. Приятных сновидений. Встретите старого, пусть не будет. Спать хочу.
чем дело. Спасибо, добрые люди, убили злых насмерть. Береги себя, тролль. От ущелья дорога, там моя баба. Видали? Конечно, видали. Как она там? С ней все хорошо. Только не буди ее, а то она тебе башку оторвет. Моя старая любит меня, печенку свежую дает. Твоим услугам. Ah!
Шевелись, ведьмак! Похоже, люди Детмальда тоже знают эти тайные тропы. А, ведьмак Геральт и Вернон Роше. Какая встреча? Уйди с дороги, Панград. Осторожней, Роше. Ты же знаешь, что я здесь не случайно. А ты случайно нигде не бываешь. И появляешься только там, где лучше платят. Ты не изменился. Думаешь, кто королю зад подтирает, тот лучше других? Убейте их!